Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Надо пацанам греб сделать. Здесь есть это КБ или вот ЭПК, или как это называется? Да, пацанам бишки купить. Есть. Алкотека вот. Пускай она охладится, заведенная, пойдем. Это с ними хочешь? Ложи. Пойдем пацанам грибанем. Пускай заведенная стоит. Фуй, блядь. Фуй. Блядь, а куда я карту делал? Возьми. Я в машине оставил. Фуй на его жопу. Посмотрите, что за бампер конкретный. Здесь все такое, блядь, непонятное, блядь. Японский. Ай, блядь. Стрим идет, есть, есть стрим, видите. Говорят, стрим падает. Ну какой, блядь, виски взять? Секс, виски. Блядь, здесь что-то виски, блядь. Виски, блядь. Давай джек возьмем и все. Литровый джек. Литровый джек. Японского нету. Японского нету, еще Рошану скажем, да. Нету реально. Джим Бим, не-не-не. Какой Джим Бим, брат? Я не хочу Джим Бим пить. Не хочу я Джим Бим пить, брат. Ну все, взял? Ну да. Колу взяли? А интересно, у них есть этот КБ Паленка, все. Бери. Так, колу надо еще. Я колу взял. Какую? О. Не так мало? Еще? Давай ну, еще, конечно. Здравствуйте, а лед есть у вас? Нет. Льда нету, да, к сожалению. Сейчас окей. Пробейте. Алкотека сзади, да? А сигареты есть у вас? Есть. Можно чапну? Вишневой. Вишня. Слушай, это ты взяла? Вот эту бутылку? Это нет. А, это нет? Это все. Не все, все. Делаешь? Пакет? Да. Да, да, давайте. У тебя дома есть лед? Север, я виски покупаю, брат, ну, вам гревку, рамы. А что за кола это такая? Курдули. Щепотули. Подержи, пожалуйста. Все? Карты, да. Вот такую одну мы забираем. Не пройдем, давай пойдем. Что, говорят? Не говорят, жопа какая у тебя. Бампер хороший. Хороший? Да. Не битый, не крашеный. Один хозяин. Да. Кто? Она, в смысле, еще у меня это. А, все. Удачи вам, спасибо. Целос узнали, прикинь. Ох, блядь, аккуратно, аккуратно, блядь. На туре аккуратно. А? Если ты упала бы? Упала бы. Да не, не поправила бы, знаешь там. Если бы ты упала бы, кому бы это поправило? Чай забрал? Чё? Какой чай, блядь? Это ее чай. Это ж ты взяла, Руфи. Ну да, это ее чай. А нам куда? Прямо? Это что, здесь что ли уже, блядь? Хата? Хата, да. Вот же она слева. Ой, блядь. Руфи, останься, мы можем спустить. Без номеров эвакуируют. Да. Без номеров в Краснодаре эвакуаторов нет. Пойдем? Нет, типа, если ты будешь стоять без номеров, типа эвакуируют. Это лучше. Я просто иначе писать без номеров. Ну, блядь, лучше забери хуй. Да. Че? Я виски взял. Литр джека. Пойдем. Блин, смотри, я какие пледы иди. Красивые мы взяли, нет? Тогда надо было мне твою сумку взять. Рина, пледы красивые. Давай я возьму. Ему как все ровно. И пакет возьми, Рина. Как вообще настроение? Возьми. Да хуйня, пацаны. Как тебе сегодняшняя походка? Пацан в Апшеронске разбился, молодой, блядь, заебался, блядь. Вдвоем, блядь, ебанутый наш. Что ты смеешься? Серьезно? Что? Я просто не услышал. Я не слышал, смеется. Я просто... Пацаны в аварию попали. А, да? Я думала просто... В коме лежит, прикинь. Реально? Долбоеб. Как давно? Долбоеб, тоже так не... Я просто прослушала. Да я не услышала. Я думала, что-то говорит, пацан с Апшеронска приехал. Молодые, которые меня смотрят, там банда есть? Апшеронская стая. Один из них вот залетел. Да, вот эти скутеров, брат, мать ебал, честно. Вот эти скутера все ебаные, блядь. Пиздец. Я починил, блядь, я починил. Блядь, они как меня... Бля, мне кажется, его нельзя делать. Дай я вам покажу, брат. Зазор? Бля. Вот тут все? Умоляю, дай я к себе в телегу перешлю тоже. Смотрите, смешно будет сейчас. Готовы? Сейчас все зайдут? Все дошли? 0,5 ставим. Ладно, иди, брат. Готовы? Шла я ставил, понял, хан? Бля, телефон с него упал. Не, брат, это не капот, это зазор у меня от планирования. Ой, бля. Руфи, вот мы остались вдвоем. Ты и я, Джек Дэниелс. Она убежала, слышишь? Пиздец, рам. Бля, пацаны, там Рошану плохо. Бля, мы же просто ебать этот диван огромный, бля. Не, что, что он в карту заносит? Что это? А? Что ты делаешь? О, делаешь. Не останавливаешь. Что там? Водник? Пизда животная. А вы будете чай или воду?
Я вот сюда приземлюсь, блядь, сейчас. Ой, ассаламу алейкум. О, алейкум, ассалам. Ты его взял? Ай, блядь, за что, блядь, старая карга. Блядь, слышно, неплохо. Влад хата, опять, блядь, хата, слышим в городе. Я представляю, понял? Вот здесь будет стол какой-то. Да, да, стол. Вот эту хуйню сюда двигать, я так понял все. Фу, блядь, я ваш... Не надо, пожалуйста, моля. Наоборот, я хотел поднимать. Серёж, спустимся, возьмём ПК мы как? Стрим оставим. Не знаю, о чём ты, бля, вообще. А чё, типа, вдвоём не справились? Спасибо. Не, брат, спасибо. Ты справишься, не, не буду, спасибо. В смысле, не справитесь? Брат, там три Моника, брат. Свинины? Ты сказал, два в одном. Да, бля, я вас заебался путать уже со свиньями, братья. Мы же больше никуда не поедем? Не. Переодеваюсь нахуй, бля. Ебал я в рот так. Встретите меня? Ебал. Не знаю, Сэм. Сэм! Сэм хочет, чтобы мы встретили. Я встречу. А как мы его встретим? Я его встречусь надо. Как? Ну, папа. А я мы сейчас выпьем виски. Да, Сэм. Ты что, фрик? Вот так прям приедешь, мы спустимся в подъезде. А нахуй за это? Он нахуй достанется? То, что он Санечка, тогда мы здесь все троим. Он по-любому, Сэм, ты можешь. Он через нас поедет. Ему в город через нас заезжать. Сэм, ты через нас по-любому заедешь. Сэм, Баля, почините стрим. Уёбки. Это что, подушку купили такую круглую? Или это дома было? Да. Там две простыни, да? Чтобы тёлки у тебя оставались, жили круглую подушки. Подушки, блядь. Все, размыть ратовый этот, я в чат зайду. Давай так у тебя голова будет стоять, я так. Моя подушка. Я бы сказал сейчас, Руфи, но не буду. Не говори так. Не говори так. Я ночью буду вы. Я ночью буду. Вы спать будете или нет? Брат, мы, может быть, поедем, не знаю. Конечно, не будем спать, брат. А ты во сколько выезжаешь? Я сейчас не скажу, сколько он будет ехать. Если он выйдет часов 10, пол. Нет, 10 он не выйдет. Он вообще пока поедет. Короче, он где-то в 11 выйдет. 12, 13, 16. В 3 часа ночи приедет, да? В 3-4 край. В 4, да, приедешь где-то, ты, Сэм. Не, Сэм, в 4 часа ты нахуй идешь, брат. Не, не, обессуй. Да не, я не знаю, брат. Знаешь, если мы в 4 уснем, мы в 2 часа дня проснемся. Это для нас опасно. Фуй, блядь. На него ваш. Ау, это старая прошмандовка. Старая шалама, а ты домики ебал. Аптеку свою достал, блядь. Я его маму ебал. А его, брат? Делаешь? На физру, говорят, ты дурак. Блядь, ты именно он был одет, как именно пришел на пары, и сейчас на физру прыгнул, понял? Чистый ебанатка старатка, блядь. Извинись. Надо пойти и купить лезвие, блядь. Нахуя? Вдруг два ляма кинется. Опять его костюм нафиг. Вот Адам, знаешь, как именно... Он живет как в Симсе, у него есть комплекты одежды. У него, да, заметил, он не может... У него именно одни штаны с одной рубашкой должны быть. Это что ты сейчас ебашишь? Ты от чего? От горла. А нахуй ты типа от горла хочешь? Может, для горла? Брат, лучший способ полечиться... Водка с перцем. От вас... Долбоёбов, за которых я заболел, лечение, еда, хуй. А мы на три ворот выебали, брат. А чё, блядь, я ж тоже там лежал, блядь. Да мы-то с тобой на похуй, посмотри. Брат, смотри, лучший способ лечиться. Вот как мне говорил папа. Хочешь лечиться, идёшь, сбрасываешь в лишнее, что у тебя есть. И активный образ жизни позволяет нам в эти трудные минуты сохранять наше здоровье в полном здравии, братцы. Так давайте же выпьем за то, чтобы... Мотивация, да. Ну, мотивации набираться, мотивации. Сегодня молодец. Молодец. Он с утра сегодня, да, приедет? Надо с утра пораньше мотивации набираться, бля, мотивации делать. Я запрет пакетик держу, пусть на столе там валяют. Расчехляем уже, зарядки, блядь, все, блядь. А, я не нашел уже, нашел зарядку. Бля, хочу этого типа посмотреть, мотивация поднимать надо. Дай мне мой телефон, долбоебина. Мотивация. Блядь, кайфало мне, смотрите, Адам, иди нахуй. Поднять надо мотивацию. Мотивация подняться. О, включился, я его маму ебал. Нахуй мы интернет, блядь, купили, если у нас есть интернет дома. Нет, ты так сказал, когда это пиздец, Меня натянуть ходить? Да. Она говорит, ну, у нее маленькие, но она бы тебя натянула. Не знаю, про что она говорила, честно. Мотивация. Что сейчас делать? Android, блядь, мотивация, блядь! Долбоёб с тобой, что? Вот. Это обзор на простынь. Такую вот мы взяли вот сюда. Большую. О, делаешь. На диван. А нахуй её стелить? А я не знаю, зачем она сейчас примерить надо посмотреть. Охуительно, да?
Хорошо, на хуй со мной будет спать, старый здесь будет спать, и все. Я буду кайфаги собирать. Знаешь, прикинь, где вот здесь будут такой огромной звездой лежать. Еще давайте вот это сюда кладем. Ау, мотивация, не нужно поднимать, интернет имеется. Интернет есть, блядь. Сэр. Хочу вот Hot Miami сделать. Ладно, Hot Miami Гёрт включил. Блядь, лагает как телевизор. Мотивация сделай. Слышишь, что? Фильм «Война». Вы на какую жопу смотрите? Я не понимаю. А что такое? Гарбули его. Хочешь что-то конкурировать? Покажи, блядь! Если они сегодня приедут, почему нельзя, чтобы они там остались? Сэм с Аней, а мы тут все. Думаешь, Сэм сможет спокойно там спать? О, смотри, рекомендуем видеоклип. Смотри, наш брат, какие вещи слушает. Парик от души. Я тебе как мне эта пуля оторвала? Ты, блядь, нормально. Это как раз ты в нём будешь ходить жить. Делаешь? А он какой нагуленный, где? Это видео, да, это видео, знаешь, сколько лет? Лет 12. Думал. Это Фарик. Мута. Загляд пишет, Анчика, у тебя вкусные пяточки. Да, я ему завидую, ты здесь нормально, пацан. Это именно, блядь, три бутылки. Нет, опусти, потом поднять мотивацию. Бля, прикинь, старого объебанным. Я когда был объебанным, ты, блядь, лицом под столкой делал. Моя. Она выпала. Это что? Это девочки. А это девочки, это не наша. Не-не-не, это надо вернуть. Бля, она что за мечта имеет? Просто тут разлетелась от плита. Амеру, убери мотивацию. Бля, опять голые школьницы, голые, сука. Заебали. Маму ее. Поднять их надо, мотивацию. Я вашу маму ебал. Пойдем компьютер возьмем или похуй? Не, надо принести, ломает. Потом уже по дубу спускаться. Не горят руки, чтобы я тебе предложение сделал бы. Мотивацию. Мотивацию поймать с тобой, блядь. Поднимите мотивацию. Мотивацию. Мотивация поднять. Мотивация поднять. На, попадем, блядь. Мама злится. Включи на телевизоре мотивацию. Подключись к Ютубу, брат. Включи на Ютуб этот и включи мотивацию. Полюбила вора, но зачем нам этот ураган? Ля, Руфи, ты прекрасна. Ты охуенная жизнь. Делаешь? Делаешь. Нихуя она, блядь. Настроение есть? Диадром, мол. Усталость и качка 22. Диадром. Диадром, да, мол. Плачь. Большинство людей по своей сущности. О, ебать, здесь эти есть. Рилсы можно. Там Кеша, ебать. Мотивацию надо поднять. Да, вот это вот. Мотивацию надо поднять. Поднять. Ну, побольше. Парни, на это. Да он чудо здоровый. Мой брат, он, бля, бык нахуй. Наш брат. Поднять. Мотивацию. Мотивация надо поднять. Красавчик, отвечает. Поднять? Бля, два над вас не выскочил бы, бля. Вот это охуя. Нет, где он в кожаной куртке едет. Вот это, вот это. Мотивация, да. Сухой, бейся. Вот это, во. Мотивацию надо поднять. Мотивацию надо поднять. Мотивацию надо поднять. Он легенда, клянусь. Руфи, дело жизнь рядом. Все, я нашла наволочку. Делаешь. А где нашла? В шкафу. Ебать, как ты пиво, блядь? Искупайся, Мэри, переоденься. Во что? Похуй. Похуй, там шмотки есть у меня, чё. Блядь, переоденься. Старый, у меня есть чё по кайфу, вот там сумку, чё по кайфу, может взять, блядь, жесть, шорты, штаны, блядь. Чумодание, блядь. Трусы, блядь, ну там я хуй зад разбил, чуть-чуть у меня, блядь, большой чуть-чуть. Ты большой? Большой, блядь. Мотивации надо поднять. Поднять, блядь.
Вы мониторы системником поднять не хотите? А? Мотиваторы, бля. Чё? Я говорю, вы мониторы системником поднять не хотите? Мотивацию, сделай нам мотивацию, Руфи. Что мы делать будем сейчас? Мотивацию поднимать. Я клянусь, у вас хочу. Садись, пальцем. А Брек, у тебя в коридоре буду спать. А можешь со стримом купаться пойти? Бра, давай. На мужика. Пойдем мои шмотки разложим. Я его маму ебал. Ладно, слишком похуй. Что тебе дать? Мотивацию надо поднять. Блять. Мотивацию надо поднять, блять. Вот эти зеленые шорты, блять. Не, это мои цветы. Это моя сигнатурка, блять. Да, вот эти шорты, имба, нет? Не, это хорошие шорты, блять. Держи, блять. Раз, блять. SMT Alls, блять. Что шорты, блять? Найду, блять. Я его маму ебал, шорты есть у меня? А что? Делаешь похуй? Спасибо. Делаешь? Да, моё, когда дай ей стрим. Нахуй трусы. Надо поднять! Наконец-то пердеть можно. Поехали, пацаны, компьютер возьмем со стримом, похуй, что делать? Со стримом не вариант. Ну а что делать, купается? Иди вдвоем. Кто? Ладно, пойдем вдвоем возьмем, бра. Там три монитора. Ну успеем, сможем, сможем, брат. Монитор послужит пока что. Да, пойдем. Друзья, 22 миллион, пойдем, 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 пойдем. Так, что вам включать? О, я знаю, что включить. Кто поймет, что я включил? Тихо. Каком-то темном. Все, на за это полиция, да, вы как-то. На нас напал. Самая страшная банда из бесцельных. Вы нарываетесь, ребят. Лучше не связывайтесь с буржурными драконами. Да, я нашел самую охуенную часть. Черепашек старый, понял? Третьего года, да? Ошибся. Супер ниндзя, черепашки! Три, четыре. Бля, имба, пиздец. Детство вспомнил. Супер ниндзя, черепашка. Не тот вайп. Опа. Ты как откуда выскочила такая, бля? Делаешь их. Мотивация надо поднять! Мотивация поднять! Поднять надо мотивацию! Мотивацию надо поднять! Хочется взять девушку вот так за волосы, и чтобы у нее трусы бабахнули же весь, бля. Бля, Равшан, напомни, забыла, давно не слышала фразу одну про мотивацию какую-то. Понять, надо мотивацию, понять. Бля, у меня ебучка, у меня как будто мне реально что-то бабахнуло. Бля, плед охуенный, не? Классный. Ну, пробуй, ложись. Мотивация, понять. Смотри, как надо. Делаешь. Ладно, пацаны, я поеду, такси я вызову. И на хату дерну, уже время сколько. Ты спать надо? Ну да. Завтра тоже дела, нужно заниматься. Какие ты дела? Завтра, блядь, тренировка. Мотивацию поднять, блядь, надо на тренировку. Ее канал в чат, хоть подпишутся, пацаны. Мотивацию тебе поднимут, блядь. Бля, брат, ебать ты хуево выглядишь. Бля, он донат отправили, говорит, ебать, Рошан, ты охуенно выглядишь. Мотивация, надо поднять, блядь. Блядь, пиздец, о, блин, да, пиздец, мотивация поднялась. Мотивация поднять, блядь.
Кухня на турке, на кимбо прибиться. Песен из 300 бакс, а на это с другой борьбы. А? В раздевалке видел? Борьба в раздевалке была. В гачи-мученьке. Спать, да. Бля, ты как сладко спишь? Мотивация, надо поднять. Бля, ты знаешь, типа антиреклама пледа. Мотивацию надо поднять. Да, неплохо, наверное, крыша едет, да? Пиздец, когда такие видео смотришь, бля, как крыша не поедет. Мотивацию надо поднять, бля. Бля. Вау, бля, спина бомба, жесть. Шана. Мотивацию. Я тебе хвост нашел на это. О, мотивация! Тихо. Раз в первый раз тебе пустили. О, так ты привык, блядь, часто в дому. Что вы тут вдвоём? Зопа, высыпь, блядь. Смотри, я нашла замочек. Мотивация, вытащите. Бля, а я, короче, слышала, что этот снюсом можно в жопу кидаться. Я попробую. Если есть у тебя интерес к этому, можем, да, экспериментировать. Я отвернусь, не смотреть не буду уже. Давайте снимаем хоум-порно, вставайте. Afterlife. Я Бля, на звонок себе вот так поставлю, типа Равшан такой лежит в пледе. Да, вставай, мотивацию поднять надо, лежу вставай, вот так, блядь. Я вот так, девочка, вставай мне, мотивацию поднять надо, блядь, с утра, блядь, делай, моешь. Блядь, блядь, голова как будто отдельное тело, блядь, существует. Трусы бабахнули мне. Мотивацию надо поднять, блядь. Дай мой телефон, блядь. Блядь, пиздец, я с вами побладить и все. Знаешь, как раньше оба бандиты танцевали? Разбираюсь немножко. Ебать, я уебище. Поднимай. Красиво надо. Кайфуем уже, Вайс, блядь. Слышь, чё там? Ждём Сэма. Дандахлар варм, дандах? А? Дандахлар варм, зэнджил. Ищ тэнэ, блядь. Ищ тэнэ, дандах. Yo, bir tane, bir yo brat, bir tane nene, iki tane yakışır kız. İli brat, ili, ili brat, sen mamasını, ben balasını brat. Natori. А, блядь, не картонка. Ам я ломать делаешь. Что, делаешь? Проверяешь, типа. Ебать. А, проверял, да, ты вот типа? Да, я тоже. Всегда в клубах, да. Я тоже. Да, все это, бля, это надо делать. Это проверяет нахуй. Да. Уходит сразу с Левон. Бля, надо от них нахуй, ты денег нету. Ой, ё. Ау, ладно. Бля, это чё? Чё там? Грязь? Let's go, бля. Come on, lovers. Где Сэн, ну? Он тоже что, дындык ялый ерыш? Да. Антикапусти, стой, блядь, на месте. Он же лысый надо делать. На значкой. Он так. Лаком покрыть надо. Он такой звук, лысого гоняет сейчас по Сочи.